Друзья, вот так выглядит аэропорт Жуковский, из которого менее чем через час я буду вылетать в Сочи. Всем привет, друзья, с вами Павел Морозов из Сочи, но сейчас нахожусь в Москве. По рабочим вопросам на 3 дня прилетел и уже скоро буду в Сочи. Вот отсутствуешь 3 дня в Сочи, и уже столько всего произошло за твое отсутствие. Антон 2 сделки заключил там с нашими клиентами. Кстати, Антон, привет. Ты молодец, спасибо тебе большое, что подстраховал. Кстати, открыли новый корпус, корпус номер 1 в ЖК «Меркатор» в продаже. Этот корпус тоже очень интересен, потому что он первый стоит, самые лучшие видовые характеристики именно оттуда. А форма заключения договоров, о том, какие площади открылись, какая интересная комбинация площадей могла бы быть вам полезна, допустим, да? И также о ценополагании, о том, кому этот комплекс подошел бы в первую очередь, предлагаю поговорить завтра. Предлагаю поговорить завтра в прямой трансляции вечером у меня на канале. Поэтому давайте встретимся завтра, обсудим этот вопрос. Также, друзья, поговорим о том, как можно вкладывать деньги в квартиры с смыслом длительной аренды. То есть я нашел две квартиры в базе, вот пока я был здесь, посмотрел по базе, появилось 2 интересных квартиры от собственников, ну просто кому срочно нужны деньги, до 2,5 миллионов рублей стоимостью, площадью 28 и 27 квадратных метров. Очень интересные варианты, я о них не рассказывал на своем канале пока еще. Вот предлагаю на днях ознакомиться и завтра о них уже конкретно поговорить. А ролик, я думаю, про них выпущу в среду или в четверг. Вот, поэтому, друзья, давайте до встречи завтра тогда у меня на канале вечером, наверное, в 7 часов по Москве. Вот, у меня уже зовут, то есть там Сочи уже зовут. Хорошо, буду прощаться, всем хорошего дня, замечательного настроения. Всем пока, друзья.